окончен уголовное дело в отношении Тимура, который обвинялся в совершении разбойного нападения и убийстве потерпевшей хан Анжелики. Значит, суд признал виновным подсудимого Тимура по статье 96, часть 2, пункт З, и по статье 179, часть 2, пункт ВГ. То есть за, значит, убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, а также за разбойное нападение с незаконным проникновением в жилище и с применением в качестве оружия ножа. Значит, суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Заседание, блядь, закрыто. Все, пожалуйста, оператор. Искусственная. Ты, снимай давай. Кошку, я ничего не...